вагоне поезда, держитесь за поручни.
Thank you.
Будьте осторожны, будет управлять.
Двери закрываются. Следующая станция – Хамгизинская. The next station is Хамгизинская. Thank you.
Переход на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Выход к железнодорожной платформе Петровско-Разумовская. This is Petrovsko-Razumovskaya. Change here for line 9. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – окружная. The next station is окружная. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. Приветствую виртуальных путешественников. Мы с вами опять на станции Окружная, которая открылась неделю где-то назад. Вот. Но целью является не посещение станции, а просто я воспользовался ей, чтобы начать прогулку, о которой просили. Да, и самый главный вопрос этого видео, несомненно, почему 2017 год? Ну, потому что я не доглядел, вот и все. Так что кто спросит, почему 2017, прям сразу в черный список, потому что это, по-моему, основное, что вас интересует. Станция пустая. Сейчас 11 часов день, по идее, так сказать. Но нет пассажиров, вот видите. Кто здесь живет, пользуется. Расскажите, как тут утром, вечером. Да, как правильно
кто-то заметил, я уж не помню. Точнее сказать, я помню, кто это сказал, но не могу воспроизвести, извините, ник такой, что непроизносимый. Тяжелая станция для входа, выхода маломобильных пассажиров. Вот так вот есть такой термин, не очень как корявенький он такой, но тем не менее. Долго идти, долго подниматься на эскалаторе. А тут пока доедешь, можно вздремнуть, в общем, если держаться за поручень, чтобы не упасть в случае чего. Жалко, времени не засек, но, в принципе, можно тут по таймеру на камере потом посмотреть, сколько занимает подъем. Лифт не работает.
Так, ну куда иду? А иду я, в общем-то, по вашей просьбе. Кто-то предложил, Фунтик, по-моему, пройтись от Окружной до ВДНХ. Ну вот что-то я не знаю, так сказать, почему-то мне это вот приглянулось предложением. Я решил попробовать пройти. Я так всегда осторожно говорю попробовать, потому что мало ли кто-то знает как чего. Что-то после последней длительной прогулки как-то нехорошо со здоровьем было. Несколько дней дома отсиживался. Так что я так осторожно говорю. Идем, в общем-то, вот к станции МЦК. Окружная, возможно, вот этот поезд, который впереди там виднеется, это он как раз и есть. Вот сделали такой дощатый настил. Так, знаете, попробую я перейду на другую сторону, а тут что-то толкую столпотворение, дорожка узкая. Пойду-ка я здесь. По поводу предложения о съемке, так сказать, пока пару слов. Лежат предложения довольно давно некоторые. Ну, зимой-то вообще не очень здорово гулять, это понятно. Но еще есть один момент, о котором я хочу сказать пару слов. Иногда люди пишут. Пишут вот набор улиц, так сказать, и смотришь на него, и, честное слово, прям даже разбираться тоскливо. Особенно, если место совершенно не знаешь. Там по карте пока начинаешь ориентироваться, где эта улица, где этот переулок. И что-то такая тоска бывает, что, в общем, иногда я вот на половине такой разборки закрываю это все и решаю не делать пока что, во всяком случае, этой прогулки. Я к чему это говорю? Вот впервые за такое время человек прислал маршрут в виде карты. Ну, просто взял, так сказать, нарисовал, там вообще не видел, какая карта, гуглевская или яндексовская, разницы никакой нет. Нарисовал маршрут и заскриншотил его, и вот просто показал, и все стало сразу ясно. Но это не тот маршрут, по которому я иду сейчас, но это не имеет особого значения. Вот, я к чему говорю? К тому, что если вы не поленитесь, и что-то вас интересующее вот так вот изобразите, то шанс, что я пройду, он будет существенно выше. Правда, там написали, что, в общем, люди ленивы и вряд ли это будут делать. Ну, что я могу сказать в ответ на это? Ленивы, значит, не увидите. Сейчас я включил смартфон, так сказать, чтобы понять, где я, что я. Так, станционная улица, наверное, вот та, до которой я не дошел. Там было написано по станционной улице. Ну и дальше. А вот переход туда, на МЦК. С той стороны будет еще один выход. Станция метро Окружная. Но пока там только стройплощадка. Ничего больше.
Интересно, зачем эти кубики приклеены на дверях? На улице сейчас, ну, где-то маленький минус. Минус 2, может, минус 3. Все вот колеблется между зимой и весной. То солнце выглядит пригреет, то снег пойдет. Вот никак не успокоится. Вот эта вот антенна из круглых дисков. Это ведь первые жесткие диски. Я сам помню, вытаскивал их, разбирал вот эти вот пластины такие. Лежат где-то у меня разного размера. Да, помню, какие были времена, а? Я помню, фантастика была, когда впервые взяли в руки дискету 3,5 дюйма. Не 5, а 3,5. Один 44 мегабайта. Я помню, шоковое было состояние, что вот можно 1,5 мегабайта положить в кармашек рубашки. Да, как все изменилось. Ласточка. Ну, прогулка отчасти носит такой экспериментальный характер в техническом плане. Но я не буду ничего пояснять. Если кто-то, так сказать, сам сообразит, значит, молодец. Да, значит, сейчас станционная улица. По идее, впереди какое-то пересечение с большой, так сказать, магистралью. Потом Владыкин метро недалеко. Ну, отчасти я и выбрал, в общем-то, этот маршрут, что он как бы не слишком длинный. Всюду строится Москва, а? Сколько жилых комплексов, сколько людей будет жить, и всех ведь надо вывести на работу, привезти вечером назад, обеспечить всевозможными благами цивилизации, электричество, потом вывести мусор. Больная проблема, по-моему, сейчас будет очень больная. С мусором, потому что вот, видите, какое дело. Волоколамск, еще какой-то город тоже, так сказать, там бунтует народ. В Твери отказались принимать московский мусор, сказали, нафиг он нам нужен. Вот, ну, с одной стороны, я их, конечно, понимаю. Но с другой стороны, ведь ездят в Москву на работу и как бы почему-то этим вопросом не задаются. А, вот тут, кстати, что-то такое Huawei, между прочим. Вот он, в руке у меня. Пока доволен, кстати говоря.
Так, только интересно, как всегда одно. Куда идти дальше? Тут тротуар закончился из-за снеговых, так сказать, заносов. Дорожная работа, вот и все. Так, по той стороне попробую пройти. Там вроде что-то типа тротуара просматривается. Да. Тут как-то шел по Дмитровскому шоссе, да? Упомянул промзону. Вот кому-то не понравилось, типа того, что это не промзона. Ну вот не знаю уже. Люди придираются ко всему буквально. Почему не туда-то сказал? Не то сказал, ну знаю. Так, ну тут ни переходов, ни светофоров, поэтому я так пока постою, подожду, сориентируюсь. Дам вам поводы для злобных комментариев, которые любят, так сказать, ходить везде на любой свет. Да, ну сейчас терпите, пока на ласточку можно посмотреть. Да, гиблое совершенно место. Совершенно гиблое место. Так, ладно. Сейчас. Вот так вот. Солнце слепит, фонари горят. Вот так вот. Потом нам рассказывают про необходимость экономить электроэнергию. Все как обычно. Вот он, Huawei. Хоть интересно посмотреть, в связи с чем это тут. Тут такой склон крутой, просох, травка немножко зеленеет.
и расположен как раз в солнечную сторону под нужным углом. Вот, а тут, видимо, уже дом закрывает как-нибудь, и все, кончилась весна. Так, теперь дорога здесь закончилась. Пережду. Так, а это самое большое, это, видимо, Алтуфьевское шоссе. Вот что это. Говорил уже, что летом так есть не очень мыслишка такая, не очень оформившаяся. Пройтись по разным шоссе. Ну не знаю, наглотаешься, конечно, выхлопных газов. Троллейбусы. Кто-то интересовался, как дела с троллейбусами. Продолжаются ли гонения на них или нет. Вроде затихло. Так, ясно, никто не едет, пойду. Да, пойду я вдоль дома. Кстати, интересно, вот тут я иду-то я иду по направлению Складыкина, но это вот вполне может оказаться железнодорожной станции Владыкина. Ну ладно, мне совершенно все равно, где брести.
Так, ну, собственно говоря, я правильно пришел. Правильно пришел. Вот оно, Владыкино метро. Владыкино МЦК. И помню на маршруте КМ, когда закрывалось в связи с Люблинско-Дмитровской линией. Вот тут вот автобус и высадил. Высадил, и я зашел, по-моему, на МЦК. Какой интересный, да, из Владыкина до Маяковской. Такая тут картина. Ну, типичная для МЦК. Длиннющий переход, чтобы соединить их в правую и левую стороны. Между прочим, вот, ну не знаю, может быть, я не обращал внимания, но, по-моему, вот только в северо-восточном округе вот такие вот стенды стоят с достопримечательностями. Почему-то я вот именно здесь их встречаю. Ну что ж, я первый, так сказать, рубеж одолел. Дальше была просьба идти по Ботанической улице. Я частично по ней там пересек ее, так что придется сейчас вернуться. Что тут такое? Проходная вертушка. Своеобразная форма. Не знаю, знатоки, пишите, что это интересно узнать. Вот и метро. Пойду вот этим вот, хотел сказать, переулочком, да какой тут переулочек, тропиночкой. Надеюсь, что она меня выведет на Ботаническую.
Вот все дома, я смотрю, по Ботанической улице. Хотя они довольно далеко от нее отстоят. Еще более интересно было, вот я когда шел по улице Дмитрия Ульянова, потом я выключил съемку, сказал, что я дошел до того места, куда мне надо. Реально было то самое место, но только вот какой-то провал в нумерации домов. Непонятный. Местного жителя спросил, жительницу какую-то, она так заулыбалась, говорит, да, здесь такая типа аномалия. Пропали некоторые номера домов. Ну, нашел в итоге, все нормально. Так, если я опять-таки правильно понял свой смартфон, то вроде бы вот слева от меня Ботаническая улица, а дальше вот там вот за мостом начинается Алтуфьевское шоссе. Ну, помню я это место, вот гостиница «Алтай», этот разворот троллейбусов, помню я все это дело. Ездил, не помню по какому маршруту, но ездил. Так, только, наверное, надо мне опять куда-то перебираться, потому что это... Как-то мне не очень нравится. Не знаю, сейчас посмотрим. А может и нормально. Может я зря паникую. Единственное, что плохо, опять, как всегда, свет в лицо. Ботаническая, дом 10. Да нет, вроде нормально, это мне показалось почему-то, что впереди что-то непроходимое. А тут самое начало Ботанической-то оказывается, вот дом 8, дом 6. Тоже что-то загадочно. Ну, указатель вот туда. Налево, на ВДНХ. В принципе, мне туда и надо. В конечной-то точке. Ну, тут трудно заблудиться, да? Когда вот такая башня на горизонте.
Так, ну а это ботанический сад, как вы догадались, конечно же. Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина. Не знаю, кто такой Н.В. Цицин, можете посмотреть. Вот, ну, просьб много было уже пройтись, так сказать, по саду, но сейчас не то время. Дорожки все еще покрыты снегом, льдом. Тут, как всегда, в парках все позже происходит. Весна приходит, я имею в виду. Так что, может быть, весна настоящая начнется, тогда я и такую прогулку сделаем. А пока иду дальше. И солнце прям лицо лупит. Ничего делать тут нечего. Ну тут верну в бок. Больше ничего не могу сделать. Да, тут тоже какая-то аномалия с номерами. Смотрите, ботаническая 35. Это при том, что последний дом, который я помню по этой стороне, ботаническая 6. Ну, наверное, в связи с тем, что здесь вот с левой стороны домов нет. Вот так все это хитро не получается. Ну, у нас, я имею в виду, у меня там в Бирюлево то же самое. Похожая ситуация из-за дендропарка. Большой такой разрыв в домах. Там снег лежит, вон, глядите. Глубокий-глубокий. Там еще зима. Реклама мороженого, такое эскимо на крыше огромное. Где ты, птичка? А вон осиночка. Забор наклонился туда внутрь. Все нуждается в приложении рук.
Никого ни впереди, ни сзади. Таническая улица, дом 33. Название остановки. Вот что здесь ходит. Много транспорта, да? Еще один троллейбус. 73-й. ВДНХ Южная. Так, тут какой-то звонок. Не так мне часто звонит, отвечу я, если успею. Я обычно не успеваю, просто-напросто и все. Так, все ясно. Когда я слышу голос робота, я кладу трубку сразу. Надо было прислонить телефон к камере, может быть, было бы слышно. Посмеялись бы, что нас там хотят. Все, я мечтаю, чтобы повернуть налево и избавиться от солнца, слепящего глаза. Но глаза, ладно, бог с ним, я прищурился. Но вот то, что оно всю картинку портит, это другое дело. Какой экологически чистый едет, а сизый дым за ним. Вонища какая. А ну, напиши на такого паровоза какую-нибудь жалобу, наверняка ответит, что там все экологически чисто, безопасно. Чистый уголь или еще что-нибудь смешное такое же. Там оранжереи какие-то справа я вижу. Он имеет отношение, несомненно, к ботаническому саду. Вот я много раз уже, так сказать, и говорил, и в комментариях отвечал на просьбу пройтись по паркам, садам всяким там и прочим.
Уж очень это специфическая вещь, вот понимаете. Иду, и ничего, в общем-то, не происходит. Слева кусты, деревья. Справа машина. Поэтому я и не очень рвусь в такие места заповедные. Они хороши прийти погулять так. Посидеть на лавочке, может, покататься на велике, если есть такая возможность. Вот идти. А тут вот ДТП. Тут, похоже, еще один вход. Ботанический сад с левой стороны просматривается. Район Марфина. Так вот, не знаю, впереди или заканчивается здесь. Это вот, которым не повезло. Это вход. Еще один вход такой маленький. Вот. Главный вход, дендрарий, фундовая оранжерея, розарий, рокарий. Даже не знаю, что такое рокарий. Сад непрерывного цветения. Интересно, что сейчас цветет там. Было бы очень интересно. Так. Охранник предлагал зайти, но нет, спасибо, но у меня другие планы. Ну, какие огромные оранжереи, а? И в такой форме выполнены, напоминают палаты какие-то царские. Так, хорошо бы на ту сторону перебраться, наверное, там все-таки дома закрывают солнце. Но где это сделать, я даже не соображу.
все завален снегом. Ничего не видно отсюда, конечно. Здесь 6-й троллейбус. Вроде был у меня. По-моему, даже помню тот день, когда я снимал. Так эта оранжерея сбоку выглядит. Огроменная, просто огроменная. Дорожки снежные, даже таять не начинают. Видно, наверное. Так, пойду я тут на ту другую сторону спасаться от солнца. Сколько ждать, неведомо. Двадцать пять секунд еще, терпите. Сейчас пойдем. Как это такси влипло. Да, тут дома тоже не сплошняком стоят.
поэтому мне очень-то они и закрывают. Еще один вход. Концерн «Автоматика» с правой стороны называется так. Какие же грязные троллейбусы, а? Я вспоминаю, вот когда я все пытался около политехнического музея какой-то троллейбус заснять. Сколько там, раз три или четыре? Нет, больше, наверное. Раз четыре точно, если не больше, ездил. Все ждал, пока он подойдет, потом подходил. Вот такие же чумазые стекла, и, в общем, я не садился на него. Такая большая проблема при съемке транспорта. Приедешь, сядешь, окна грязные, информатора или нет, или еле слышно. И, в общем, больше половины интереса пропадает. Так, вот тут тоже вход, но он такой солидно оформленный, башенка с колоннами, интересно, туда можно подняться, когда-нибудь, наверное, было можно, а сейчас не зайдешь, не выйдешь, да, их тут две, я помню, вторая-то. А в самой башенке павильон по продаже цветов. О как.
все-таки предпочитаю, когда светофор, все ясно и понятно. А все остальное это так непонятно, знаете, кто чего, кого пропустит. Потому что правило это одно. Я сосульки посмотреть. Солнце, конечно, неудачно, но ладно. Да, не лопатой это надо делать. Просто убьет и все, и очень быстро. Институт театрального искусства. Здание школьное. Все это Ботаническая улица. Елочки хорошо укрыты. Целые остались после зимы такой. Не понимаю я вот этих мамаш на такой узенькой дорожке встать посередине, отклячить руку со смартфоном и стоять. И все это, когда вот впереди через дорогу и гуляй там, нет. Да, утомительный и не слишком интересный поход по Ботанической улице. Это мое мнение.
Так, ну все, близится завершение этого перегона, перехода. Сейчас будет уже и монорельс, и трамвайчики. Ну, трамвайчики-то точно будут, а вот с монорельсом, конечно, проблемы. При такой частоте хождения, как сейчас, один бы хоть попался или парочка. И то хорошо. Да, 100 секунд. Больше полутора минут. Улица Кашонкин Луг. Название замечательное. Пятиэтажка ждет своего. Тридцать секунд. Ну ладно, извините, пойду я. Надоело, просто откровенно надоело. Так, я думаю, может, мне туда надо было пройти. И солнце не бьет. И прямо к пруду выйти можно. Ну ладно, пусть. Опять ждать неохота.
Так, ну вот уже добрались мы до монорельса, до улицы Академика Королёва. Наконец-то тот долгожданный поворот, о котором я так мечтал.
такие минус. Ночью 11. Так что еще рано радоваться весне. Так оглядываюсь, смотрю, не ползет ли букашка на рельсы. Нет, не ползет. Там кто-то писал, покажите любовь. Ну а как ее покажешь? Стоит такая здоровенная. В один кадр не влезет. И опять солнце в лицо. А тут двойной или тройной забор. Все. Вход на телебашню. Вот там вот. Вот так вот. О, ползет. И встречный тоже идет с той стороны. Вот так вот парой катаются.
Но я опять перейду, опять потому что я тогда, когда шел вдоль монорельса, была прогулка у меня, тоже здесь переходил. Это самое удобное место, конечно. Так, пойду-ка по тому кругу. Эти симпатичные утки, это огры называется. Или красная утка иногда называют их тоже. Ну, стоят, попрошайничают. Так вроде не холодно, а вот все равно перехватывает. Тогда мы сейчас выйдем даже на этот самый трамвайное кольцо. Нравятся мне вот такие замкнутые маршруты. Вокруг пруда я имею в виду. Тут можно так ходить, можно ездить. В Коломенском вот нет, к сожалению. Но там, конечно, хватает мест, где можно кататься и погулять. Но вот такого замкнутого нет. Так, сейчас узнаем, кто это стоит. Ну, башня Остолкинская, в общем, против солнца опять никак. А хотя сейчас вот тучка, не, ну она такая, чисто символическая тучка. Так что это бесполезно. Чем хороша зима, что солнце скрыто? И нет этих проблем. Итак. Изобретатель телевидения Владимир Зворыкин. Так вот. Вот.
как обычно, русско-американские, так сказать, изобретатели. Вот эти угри в полете. Они кричат по-другому, не как обычные утки. Сразу их можно опознать по крику. И они людей так не очень боятся, но относительно обычных уток смелее подходят. Вот они сели парочкой. Останкинская улица, причем первая. Первая Останкинская. Как он разлёгся. А тут сплошные витязи. Я не знаю, тут есть ли другие-то трамваи. Ну, собственно, они отсюда, собственно, и пошли по всей Москве расползаться. Линия тут такая трамвайная, образцово-показательная. Вот синие расцветки. Там серое. Вот такой синий, как у нас, там ходит Нагатина, нет. Еще один. Тут один за другим. Ну, хочется, конечно, сесть и доехать до ВДНХ, но не спортивно. Так, ладно, пойду здесь.
Да нет, ходят, а старички здесь тоже ходят. Вот, пожалуйста. Вернулся я на улицу Академика Королева, но все-таки там у пруда, наверное, как-то интереснее было. Thank you.
А я помню, так сказать, момент, когда вот начали только строить эту трассу на рельсы. Стояли непонятные колонны. В то время я вообще как-то не интересовался транспортными делами. Сын был совсем маленький, мы с ним как раз, помню, здесь шли. Смотрели и не понимали, что это такое делается, зачем. Потом вот что оказалось. А так доживешь до того времени, что и вообще назад все разберут. Ходят же такие у них разговоры. Трамвай ходит очень часто, а народу много на остановке. Очень интересно.
Так идешь, вроде жарко. Шапку попробовал снять. Что-то не очень. Примерно так это все выглядит. Поворот просматривается. Ну сколько идем, да, и нету. Около телецентра встретились два на рельсика. И все. Я даже не знаю, кстати, сколько их вообще ходит сейчас на линии-то. Не удивлюсь, если как раз два и ходят навстречу друг другу вот так вот. Все, заканчивается улица Академика Королева, дом 2. Я такой перезвон услышал, подумал, что на рельс сзади подкрадывается. Нет, давай. Ну, впереди уже знакомые туристические ориентиры. Ракета, космос. Вот он, ползет. Я вот не заметил, какой номер был на тот, который улица Центра нам встретился. Посмотреть, тот же самый или другой какой. Да тот же, наверное. Ну ладно, значит, жди теперь с другой стороны.
Так, ну я тут остановился, жду на рельсу с другой стороны. Его не видно. Ну ладно, нет так нет. Это вот та самая ВДНХ южная, откуда троллейбусы идут в свой путь, которые нам встречались. Вот здесь вот перехватить этого на рельсы, но вот не идет, не хочет. Да, куда-то пропал монорельс-то, а? Хорошо, что я его не стал ждать. Потерялся.
Да, тут страшное место. Трамвай едет вплотную к людям. Какой ежик ощетинившийся. А то благоустройство идет вот там, где я повернул, и вот до сих пор все остановок, прям не знаю даже, убрали их что ли временно куда-то. Тянут какие-то кабели, освещение, наверное, все заодно. Так, все. Не знаю, не помню, честно сказать, чье пожелание. А, вот. На время работ временно перенесены. Первое апреля. Золотые, серебряные украшения, столовое серебро, бижутерия, драгоценные и полудрагоценные камни. Так, я начал говорить, что все. Чье-то пожелание я выполнил. Прошел. От метро Окружная до метро ВДНХ. Не знаю, так сказать, то ли это, что вы хотели или нет. Но если хотите точнее, то рисуйте карту. На этом все, так сказать, я закончу, а там, где выключу, пока не знаю. Всего доброго вам, пока.
После яркого солнечного света вообще ничего не вижу. Тьма полная. Thank you.
Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни.
Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Третьяковская. Платформа справа. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны при выходе из вагона. Thank you.
станции Красногвардейская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Павелецкая. Уважаемые пассажиры, будьте осторожны при выходе из последней двери последнего вагона. Thank you.